одобряющий Ричард Еврал Грей, они туда что-то добавили, и теперь немного лимонный пахнет. Залупы махнули. О, да, я вот тут тэшечку сделал. На клавиатуре играй, гейпад сложная хуйня. Так, огневушку взял. Я в Ведьмак пытался играть на геймпаде, пальцы сломал. Да, бля, забей. Так какого хуя свой снег, сука, проезжаю, ну что это такое? Никита. Коли ты уришь, сука, я в подъезде сижу. Нихуя ты в подъезде сидишь? Да он заебал. У вас пацан сыт в подъезде, блядь! Сыт в подъезде, блядь! Быстрее! Пиздите его. Ой, блядь, а можно было еще выше подпрыгнуть? Ракета пюшка. Подъезд. Ой, блядь, бащ. Потому что в подвале не ловит интернет, а на улице хододно. Хододно. Никита Хододнов. Понимаю. Закидывай вьетнам музыку. Да это не СР. Два раза. Уфа. Это не СР, сука, вы ебаные, блять, ублюдки. Ничего не понятно, что ли, блядь? По-русски не понимаете? На вьетнамском объясни. Охуенно, блядь. Магнит для тёлок. Иди нахуй, камень. Как союзе во времена Сталина, дабы же потом репрессии не стали, мы побежали. Чё там? Аспирата! Аспирата! Блять, иди нахуй, конус! А через 3 часа у тебя обед же, правильно? Типа в чем суть? Ты там на 1 час всего свободен или на 2? Заебись, заебись! Ебаная физика. А я их собирал? Отлично, отлично.
О, найс. Я, может, его объеду даже. Ты же подвинешься? Спасибо, братан. Спасибо, братан! А ты не... Ты не упала? Чё, блядь? Ой, блядь, меня назад откинуло. Хы. Физика, привет. Мадина, привет. Ай, я в пизду. Песня для заваливания углом. Найс, ты хотя бы упала. Вот вы, блядь, мудачьё. У меня сегодня неверлак какой-то ебучий. Хотя вчера какая-то хуйня была полная. Один ран всё сделал. Ну типа два, но один хороший. Второй поехали. Ой, бля, здорово. Ну, нитро возьмем, да? Классненько. Ебать. Я так хорошо бревно откинул, что там типа невозможно будет об машину умереть, кстати. Наверное. Пердела, нет пердела. Я хотел на пятую переключиться. Не получилось почему-то. Может, потому что пятой нету, блять?
Конечно, братан. Каждый день сижу, создаю по одному, короче. Потом, ну, типа, подписываюсь и выхожу. А потом еще раз. Кэш надо обязательно чистить, что там еще. Браузер переустанавливать. Тогда да, тогда получится у тебя такой же успех, как у меня. Бах! Я просто редко стримлю. Ёпта. Ей! А эти я собирал, да? Бля, я их все собрал. А, у меня на финишной. А, сука. Почему я такой, как Е10? Вот эти надо раньше собирать. Хотя... мне, в принципе, похуй. Отлично. Похуй, боди просто купим. О, найс. Ой, найс. Ой, как хорошо. И давай посмотрим, как боди влияет на подвеску. Может, у нас получится что-то нахуй даже и да. Может, это очень important хуйня. Ей! Да ёбаная жизнь! Take my horse to the mountain road, I'm gonna ride till I can't no more. Пизду. Ну что-то у нас тест подвески пошел по пизде. Однако да. Full of magazine for clips for heaven and hell. На максимальных оборотах. Не знаю, может кто-то крутит, кстати. Я что-то только сейчас об этом задумался. Блять! Приколямба. Вторую, ебать, максимальные обороты, нахуй, где? Ебать! Да, блядь, почему эти витанги всякие, рэп? Охуенно. Теперь моя музыка пошла. Опять Imagine Dragons, да что такое? Я, кстати, эту не помню. Да, кстати, вроде работает мой трюк с боди. Качаешь боди, у тебя подвеска не портится. Теперь вспомнил. Стороночку, дамочка, я программирую на C++. В сторону, сучка. Спасибо, братан! Спасибо, братан! Спасибо за заносы.
около идеальным. Но форс, конечно, проебан. Векторное нахуй ускорение потеряно. Очень ровный, очень белый, очень ровный, очень белый. Миролин дан стрит, миролин тут бит. Очень ровный, щит вот там. Ай, блядь, въебался уже в потерянные покрышки. Ну что такое? Щищ. Может палки забрать? Да, попробуем палки взять. Аккуратненько. Заебись. Так, если нитро совсем не будет, можно палки дособирать. Блять, куда едешь, братан? Не видишь, узбек едет. Так, ну ладно. Да, придется все-таки палки забирать как-нибудь. Вот так надо, блять. Ладно. Access denied. Так, мотор захлебывается, слышим, слышим. Понижаем, ебать. Ой, иди нахуй, чел. Придется сделать так. А, там вообще не осталось нитры поверху. Ну, логично, в принципе. Jesus Christ. Блять, я что-то сейчас не понял, почему у меня нахуй так все сработало. 7 минут там, тут, блять, чего? Я думал, сплитать надо будет позже когда-нибудь. Меня отрезало, сука! Никакого праздника, блять! Никакой нитры нахуй по приколу. Блядь, такая залупа на самом деле. Сейчас нитро надо будет по-новому как-то собирать. Так, одна упала в этот, в ребром. Хуёво. Она прям на проходе упала. Типа, это может супер хуёво сейчас сказаться. Мне придется рубить, короче, и смотреть, как она дальше упадет. Что-то вообще unfriendly какая-то карта. Thank you.
Да, блядь. Все супер хуёво, я не могу там больше ехать. Класс. Или ломать придется. Ну, ломать нахуй не надо. Невыгодно. Где-то нитро собрать на рывок. На финишный рывок мне надо до N, где-то покрывающий N-ку нитро. О, найс. Очень-очень много нитро. Я не думал, что я столько соберу с этой хуйни. Я думал, там с этой палки капнет и все. Мне там давало ебау. Даже эти покрышки не надо собирать. А, у меня еще эта хуйня осталась. Пока, тёлка. А, ебать, смотри, у меня фулбак. Блять, исчел нахуй, иди отсюда! У меня фулбак. Айди. Ох, поехали на эту. Энбольгаль. Нет, спасибо. Самые быстрые, блядь, руки переключатели нахуй на Диком Западе. Бой! Как хорошо! Вот бы ее нахуй налево еще утолкали, и вообще заебись было бы. Я бы был самым счастливым человеком. Не, как я сказал? Счастливым человеком, блядь, на вселенной. Щит-сликим. Щит-сликим, блядь! Щит-сликий, блядь. Нормальный пранк, бро. Блядь, щит-сликий. Интересно, такое выражение вообще существовало раньше? Бля, нормально. Бля, чит-слики. Нормально придумал. Пранк, бро. Просто пранк. Ну не падай ниже. Блять! Уродская хуета! Вот прям хуже этого могло бы произошло, вот что бы вообще не произошло, это вот просто невозможно. Оп. А у меня даже нитро хватит. О, лол. На два круга как раз, наверное. О, удобно. Пока. Как гифка-то была, где там покрышка переместилась. А, там колесо целое переместилось.
зрительский, так сказать, зал. А зря я, кстати, не собрал. А ебать, я дурак. До меня только сейчас дошло, что четвертый круг это и он и есть. Короче, надо эти бочки, наверное, до конца оставлять, либо их сразу как-то забирать. Вот что я для себя понял. Блять, чел дымится, горит. Блять, страшно. А где вообще эта хуйня? Да мне похуй. Последняя гонка, блядь, давай, поехали, три круга, и я чемпион мира, ура! Дышать аж нечем нахуй стало, внезапно. А тут вообще ошибиться нельзя, зря я ее на последнюю оставил. Тут вот сюда вот уезжаешь, и все. Но шанс тут обосраться. Нельзя обосраться. Блять, какая физика сексуальная в этой игре. Так, один. Хорошо. Я слышу пытыщ, и все, блядь. А, это этот. Изи, блядь. Райдер, you sherm head. Блять, какая четвертая? Можно сразу четвертую, оказывается, включить, блять. Я бы R нажал, я бы нахуй реально R въебал. Сука. Тут надо вообще так легонько это всю хуйню задевать, чтобы не дай бог, блять, не встрять, вот как я сейчас встрял. А я вроде в саб попадаю, Да ну нахуй. Два двадцать семь, это одна минута пятнадцать. А, блядь, нет, не попадаю. Но я не понял, откуда у меня, блядь, этот минус образовался внезапно. Там и там. И причем такой жесткий, блядь. Калитка, блядь, это не объект. Прикол. Но меня очень порадовало тело покупать. Блядь, срань господня. Меня реально очень порадовало тело покупать. Блядь, я успеваю! Уф! Сколько? 50 с чем-то? Блядь, охуенно! Бля, охуенно!